Скорее, это не перформанс, это художественная акция. То есть это произведение действия, когда художник выходит в среду, там, где от него не ждут искусства. То есть здесь это государственная институция, институция номер один в Республике Беларусь, которая официальная, но, к сожалению, здесь нету как такового современного искусства, потому что оно цензурируется вертикалью, которая идет от власти и заканчивая самоцензурой работников этого заведения. Поэтому я своей акции показал то, что... Ну, вообще был интересный бэкграунд, когда я разговаривал с организаторами, то есть с руководством этого центра. Они мне предложили сделать выставку, я им задал вполне логичный вопрос, почему о цензуре, то есть какая цензура у вас в рамках стен вашего заведения. На что они мне дали такой шутливый ответ, что главное, чтобы не было эрегированных членов фалосов. Остальное все можете делать, мы вам даем зал. Ну, собственно, я и сделал. То есть я перед этим съел Виагру, чтобы у меня пришел в состояние, так скажем. Ну, к сожалению, на эту семешуру, которая здесь происходила, я бы просто так не возбудился, поэтому мне пришлось прибегнуть к препаратам. Вот. И Министерство культуры, это щит, акция называется «Щит», то есть Министерство культуры защищает умы зрителей от неудобного, от острого искусства. Ну и почему-то их интересуют вопросы репрезентации вторичных половых признаков вместо вопросов культуры и искусства. Хотя на самом деле в фалосе нет ничего плохого. Фалос – это, можно сказать, сакральный символ, который во многих культурах, даже в современных, не говоря уже о культуре прошлого, в том числе в славянских культурах, ему придавалось очень большое значение. Его чуть ли не обожествляли, были целые культы. Сейчас есть в некоторых странах целые празднества, которые проводятся. Но это символ жизни, символ плодородия, символ силы. Я не понимаю, почему его нужно цензурировать. Это место художника на площадке государственной арт-институции, то есть в какой-то степени это институциональная государственная цензура, там, где художник не имеет права на то, чтобы быть собой, на то, чтобы проявлять себя как творец. Только жалкое подобие может показывать, может какие-то мягкие темы максимум выставлять. И ничего актуального, то, что, например, происходит на Западе, это проблемы политики, религии, проблемы идентификации и так далее. Это все под запретом находится в нашей стране, к сожалению, и в частности на государственных площадках государственных арт-институций. Поэтому а на что вы тут выставляетесь тогда? В том-то и дело, что я исследователь, я даже себя художником не столько считаю, сколько исследователем, поэтому меня пригласили сделать выставку. Я бы, конечно, у меня была первая мысль отказаться, но потом я подумал, зачем мне отказываться, я лучше исследую контекст и сделаю свое высказывание. То есть я сделал выставку, я согласился со всем, поэтому у меня на ладонях написано «совсем согласен». Я согласился со всем стафом цензуры, который здесь присутствовал. То есть мне пришлось убрать некоторые работы, пришлось из текстов все острые темы, нецензурные выражения, то, что связано с политикой религии, все изъять. Некоторые работы пришлось перевернуть вверх ногами, чтобы они не были читабельными.
И в конце, после проведенного исследования, работала я с ними где-то около месяца, после этого я сделал акцию как завершающий этап своего исследования. Дякую. Мне кажется, это намного интереснее вести такого рода стратегию, то есть стратегию исследователя, вместо того, чтобы производить отказ и сотрудничать с независимыми арт-институциями, которых у нас тоже практически нет, под вопросом, независимые ли они. Mm. Все-таки в любом случае есть какой-то контекст, и политический в первую очередь, тоже, например, галерея ГУ, то мне кажется, ну, я себя позиционирую именно как свободный художник, я могу делать выставки на государственных институциях, но это не будет просто выставка ради выставки, это будет выставка ради моего исследования. Я исследователь, и я поднимаю вопросы, которые будоражат общественность в данный момент и которые актуальны во всем мире, и в частности в контексте Республики Беларусь.